Друзья, привет! В этот раз решили снять вообще, ну, самобытность нашей поездки, как оно есть. Мы сегодня приехали на Южный Бух за Головлем, и со мной Андрюха, со мной Влад. Да. Вечерний выход, наш первый выход на реку. Будем знакомиться с рекой в этот раз. Мы еще в этом году не были на реке, ну, как минимум я, Андрей. А ты был? Конечно. Зарядили спиннинги, ну и в принципе... И, в принципе, уже все нас ждет. Погода хорошая. А самое главное, выезд наш спонтанен, как никогда. Да. Потому что собрались мы буквально и решили, что мы едем за пару дней, наверное. То есть я предложил Андрюхе, он говорит, да, поехали. Предупредили всех и отправились. И отправились на чудесную реку Южный Бух. А вот здесь мы будем бросать? Конечно. Вот, вот тут. Да, да. Вот тут перекат пойти кинуть. Только тихо. Вот тут вот может быть. Поклевка? Да. Вот там будет самый якоря. У меня Андрюшин воблер новенький. Я начинаю с него. Проверили первую точку, поклевок нету. Андрюха говорит, что в перекатах головля нету. Не, ну рано еще так говорить, но пока такое ощущение, что он еще не зашел на такие мелкие места. То есть сейчас начало мая, ну как начало, почти уже середина мая, и вода еще, ну мне кажется, не, ну, как бы прогретая, но еще вот не теплая, скажем. Нет, прохладненькая. Прохладненькая водичка. То есть я еще делал зимние штаны, подштанники, вейдерсы. И долго в воде находиться нельзя, аж холодно. Чувствуется. Чувствуется, да, холодина. Где мы, куда мы идем вообще головля искать сейчас? Перекат маленький. Я изначально думаю менять горизонт проводки наших приманок, товарищи. И куда? Нет, то есть я пробовал никуда, на поверхностный воблер, вот на какой? Не-не-не, у меня тоже пока что не работает. Я то думаю, есть нам главное сейчас понять вообще, на что клюет главный, где он клюет, то есть в каком горизонте. Сверху, с поверхности, в середине или в нижних слоях воды. Это самая главная задача, то есть понять вообще, чего хочет рыба. Совершенно верно. Вот. И второе, где он клюет, то есть перекаты, перед перекатами, за перекатами, обратки, ну и так далее, и тому подобное. Не, ну нормально, блесна нормально. Когда воблер, да. Вот там, где листики зеленые виднеются, но его просто может там еще не быть. Да не, он должен уже там быть. Он уже должен клевать. Слушай, ну пропадает эта тема, когда вот кажется, что первые забросы, вот она рыба, вот они поклевки. То есть не все так просто. Даже довольно-таки дикие места, и все равно нету тех, знаешь, сразу поклевки, сразу рыба. Да, согласен. В принципе, ожидания так и реальность немножко разнятся, поэтому есть смысл в том, чтобы найти этот ключик. Она есть где-то, но ее нужно найти. А для этого нужно найти приманку. А что ты скажешь по этому поводу, местный житель? Не знаю, ничего не могу сказать. Ты же много рыбачишь. Не, я не местный. Я не местный. Я такой же, как и вы. Я не приезжий. Короче, такие опасные маневры. Решили мы перейти на, скажем так, более удаленный участок от берега. Там рыбаков не так много бывает. Мы переходим через перекат вот такой. Вот тут у нас... С той стороны тоже могут быть поклевки, поэтому мы немножко здесь задержимся, покидаем. Буквально пару забросов, потому что нас трое человек, и получается, соответственно, 6 забросов по пару, если каждый сделает. Разными приманками, разный горизонт. Погнали. Небольшая акробатика.
Есть! Есть! Ого! Есть, ребята, есть! Ого, головлище! Нифига себе головль! У-у-у! Вот это головлище! Прямо в тягуне, на паузе, ребята! Ого! Мужики, первый голавль 2020 года у меня в руках, ура! Клюнул прямо в перекате, прямо в тягуне на паузе, я прямо опускал блесну, и она прямо скатывалась в потоке воды, и он подобрал ее, как ударил, боже мой, чуть пин с рук не выбил. Вот это голавлище! Боже мой! Вот это рыба! Вот это рыба! Да, первый голавль 2020 года, ура! Акробатика по камням на Южном Буге – это отдельное удовольствие. Без этого, в принципе, невозможно рыбалка на этой реке. Потому что самые перспективные места находятся именно в таких тяжелых условиях. Потерял немножко сноровку, честно говоря. Отступился, упал в воду, намочил вот здесь вот вейдерсы, кофту. Все-таки нужно поднимать свои вейдерсы до груди. У меня такая возможность есть. Это хорошие вейдерсы, которые имеют возможность быть укороченными до пояса или быть поднятыми до грудь с помощью дополнительной накладки и застежки на молнии. Пренебрег, поспешил, оступился. Вот и результат, в принципе. Рыбалку буду продолжать, несмотря на то, что немного промок. Места интересные, рыбы хочется. Первая поклевка была, крупный, классный голавль. Мелочь не клюет. Супер. Это сказочные места, в которых поет душа. Это, наверное, тот самый рыбацкий рай, когда у тебя перед глазами маленькая река, любимое удилище, приманка, в которой ты уверен, и рыба, которая ждет. Ждет, чтобы ты забросил правильно, ждет, чтобы ты был готов, и атакует. С невероятной поклевкой, с ударом, с визгом фрикциона, с теми самыми непередаваемыми эмоциями, за которыми каждый из вас, и я в том числе, едем на рыбалку. А все, что меня окружает, это невозможно передать словами. Тут надо просто побывать и почувствовать этот запах, пение птиц, шум реки. Это невероятно. Таких выездов ждешь целый год. И только сейчас, весной, ты понимаешь, что все эти ожидания, приготовления, то, что случалось с тобой до этого, это не важно, потому что ты сейчас здесь, и ты на любимой реке ловишь рыбу. Это та отдушина, которая многим из нас так необходима в периодах между работами, домашними делами, ежедневными заботами и просто жизнью. Это тот момент, который точно не учитывается в счет жизни. Это рыбалка на реке Южный Буг.
Фу, мужики, еле добрались на эту точку, проломили бурелом такой из тростника, из камыша, очень высокая растительность. Так все заросло, как в прошлом году тут просто было такой хайвей, сейчас все заросло. Еле дошли, обходили в обход, блин, по этим перекатам, где-то глубоко, где-то не могли, короче говоря, перейти, возвращались. Короче, добирались сюда, наверное, сколько, полчаса, минут 40 точно. Сейчас вышли на полянку такую, сейчас пробуем здесь ее обстрелять. Тут, я думаю, надо все сделать вот так. Блин, нельзя забросить даже. Да? На углу видишь, он камень. Ага. А ну-ка, как же мне тут бросать, ёпта. Ну-ка. Бросаю. Ну, плетенку не порвало? Ух, есть! Ну, маленький, небольшой. И может даже не галавль. Не, галавлик. О, какой. Очередной трофей. Вот такой галавлик клюнул с-под того берега и сразу на первых метрах проводки, значит, только опустилась блесна, только первые буквально сантиметр, и как дал, сразу подача, сразу поклевка, буду отпускать, поехали дальше. А ты туда по дереву бросал? Да. Оп, есть. Ха-ха, на остановке. Опа. Не. Галавль? Да. Ну, по-моему, галавль. Опа, была поклевка. Слушай, по-моему, выход какой-то. Блядь, только что была поклевка. Ух, акушара. Эх, полосатый клюнул, думал галавль, ребята. Прям воблер я приостановил, он как будто завис на одном месте, и потом бабах и сел. И повел сразу в сторону, в камыш, думал,
честно говоря, Галавль, но это кушок. А ты что? А что это? Это окунь, походу, потому что-то он как-то теребонькал. Галавлик первый, поздравляю! Дай пятерочку. И пум! Сейчас отпущу. Опа. Ну стой, подожди, подожди. Нет, может у меня сходка? Давай, давай, давай. Блин, такое было потяжко. Я бросил вниз по течению, потихонечку, потихонечку вращал ручку катушки. И Галавль как надавил, то есть такая потяжка. Но я не понимаю, почему он не засекся. Два крючка на воблере, а он как будто тянет, не знаю, как будто знает, где их нету, и прям надавливает. Засечки нету, но рыба была крупная точно. Вот это дядя! Блин, он не столько как большой, как он на течении как влупил. Ого! Вот это классно! Ребята, вот это Галавль! На течении как дал! Такой, блин, удар был! Невероятный! Я думал, честно говоря, он раза в два больше. Но это все течение, это все дикая река и невероятная поклевка. Что за воблерок у тебя? Я чуть не выронил спиннинг из рук, блин, это нереально. Да, ну надо перед перекатом идти. А сюда иди. Аккуратно. Ну вот и подошел наш первый день. Знакомство с рекой к концу. Возвращаемся уже вечером. Я поймал несколько галавлей. Андрюха поймал галавля. Влад поймал несколько галавлей. Окуня сегодня были. Много поклевок. Были холостые.
Главлик стоит локально, как на струе, так и в небольших таких тихих местах. Завтра будем пробовать с самого утра и будем бомбить, в принципе, целый день. Еле перебрались через перекат. Течение сильное, прет, вода холодная достаточно еще. То есть стоять недолго нельзя. Нужно обязательно вылезать греться. Несколько приманок мы сегодня оборвали на, скажем так, не стрелах, а зацепах. При забросе даже, потому что река дикая, сзади стенка камыша. За нее цепляешься при забросе неудобно, поэтому немножко подготовили места сегодня для завтрашнего облова. Сделали себе небольшие, значит, и просветы, через которые можно будет бросать и за которыми нас не будет видно рыбе. Немножко потеплеет завтра по прогнозу. Я очень надеюсь, что это положительно скажется на активности рыбы. Вода холодная. Бывают года, когда галавль отлично клюет по такой воде. Тем более он сейчас с икрой, видно, что галавль пузатый. Еще не отнерестился. Но то, что мы точно заметили, это при поднятии температуры воды, при нагревании воды, галавль себя заметно лучше чувствует. Яростнее атакует, поклевок больше. Хотя сегодня я не скажу, что прям галавль был очень мелкий. Клевали нормальные рыбы, там от 200 грамм и выше. Для ультралайта это вообще супер, поклевки резвые. И в принципе, оскомину первую мы сбили. Сейчас идем в лагерь наш, идем отдыхать. Готовиться к завтрашнему дню, потому что я сегодня немножко намочил ноги, если можно так сказать. Поскользнулся на камне, потерял сноровку и встал на колено и набрал воды немножко за пояс в вейдерсах своих, поэтому иду сушиться, готовиться к завтрашнему дню. Как я уже сказал, стартуем утром, поэтому не переключайтесь и до завтра.